Вторая мировая война еще не закончилась, когда в пустыне американского штата Нью-Мексико было устроено первое испытание атомной бомбы. Мощность взрыва 21 килотонна тротила. Работу начали еще в 42-м, и ключевую роль в ней сыграли бежавшие из Европы физики с мировыми именами. Впрочем, перед испытанием даже они не знали, что именно будут испытывать. И главное, какими станут последствия. Как позже признавался начальник проекта генерал Лесли Гровс, он поручил подготовить сразу несколько вариантов официальных сообщений о происшедшем, в зависимости от итогов. В том числе написали и некролог с именами десятков ведущих ученых. Но ни опасность, ни непредсказуемость взрыва, который услышали сразу в трех штатах, не удержали военных. Желание поскорее заполучить супероружие было столь велико, что сопутствующие жертвы, в том числе и среди собственного населения, в расчет не брались. Не считались с ними и позже, когда уже в 50-е Америка готовилась к войне СССР. Вот так солдат учили воевать в условиях ядерного конфликта. И это за годы до того, как стали известны все последствия воздействия радиации на человека. Печальную историю изучения этих последствий открыла бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, которая произошла всего через 3 недели после испытания в Нью-Мексико. Уже бессмысленная тактически, но эффектная как акция устрашения, она стоила Японии сотни тысяч жизней. И именно после нее создавшие первую атомную бомбу физики стали убежденными борцами за мир.